Ну вот я приехал на поле, Олег. Здесь вот смотри, какое пространство. Вот, все это поле. Вот. Недалеко сам совхоз, коттедж тут. Вон там море. В принципе, ровно все для полет-планеров, травы практически нету. Ну, это нынче она выгорела, но так вообще тут все равно травы мало бывает. Вот. А для бензинки, сейчас покажу. А для бензинки вот дорога проходит по краю поля. Вот, она тут как асфальт. Вот, вот тут вот с края, видишь, вот тут выбита трава. Но это можно выбрать ровное место. И, ну, сильно большого разбега не надо. Садить можно, взлетать можно. Вот. Вот так еще. Сейчас проеду дальше маленько, еще посмотрю.